Ну, думаю, теперь можно второй раз поздороваться. Пускай это сегодня микрофон, и я, Убер, мы смотрим за игрой. В рамках Moscow Cyber Stadium 5 на 5 квалификации топ-2 команды выйдут на ланы, ну а пока у нас команда Имба Арена и команда Wii U. Райли, Златы, Тепра, Франко, Хьюджен против LK, Forhey, Hex и Burn With Me, КНФ, раунд за сторону. Ну и давайте посмотрим, с чем он закончится. Так вот, зря он, на самом деле, открылись после одного человека. Ну и тут уже втроем просто-напросто Матрикса порезали. Стороны будут выбирать сети. Может, что, стей или слэп? И лайф. Стей. Выбрали команда имба-арены. Ну, доверимся мы, наверное, сегодня автодиректору. Изначально по карте посмотрим перед началом раунда. Что у нас будет? Будет дефолтная. Да, Райли вся принимает на Б. А, дефолтная схема игры достаточно. И вот еще один пакет у нас банк. Вот три игрока от команды Имба Арена. Тем временем команда Wii U пыталась пропушить немножко мидл. Но ничем этим так и не закрылась. Я смотрю, ребята начали играть что-то вот из разряда, только что пытались сделать нипы на последнем Старладере. То есть они отпускают парапет и дают выйти им туда. Игрокам атаки, но как бы ключевая на самом деле, на мой взгляд, позиция на вообще D2 это весь мидл. Если вы его удерживаете, вам легче будет контролировать всю игру. Ну тут уже, смотрю, пошел выход. Тепра. Поддержка залетает в плен, но Райли разменивается. Нет, не разменивает, делает open frag. Плен устанавливается и нужно выбивать. Красный у нас хп, в принципе, почти. А ну вот, Райли все-таки скидывают ТЛК. Отличный. Просто что он попоставил сейчас? Я сам не понял. А, Франко. Выход с плент. Отличный. Да, отличный. Хорошо, Бернвест Мини. Окей, форму с Тепра. Ну, не удается выбивать сейчас плент команде Имба Арена. Но нет. Хьюджинс потеряет до последнего. Будет хорошо? Да. И этим хедшотом Хьюджинс ставит точку в этом раунде. 1-0. Но успеете раздефузить. Диффузов нет. Плент пикает. И нет, это уже никак. 1-0 в пользу команды Wii U. Достаточно сложная была борьба на Б-пленте, но тем не менее атаки удалось этот раунд взять. Посмотрим, что будет дальше. Вообще сейчас, в принципе, можно даже взять как бы П-250 и пистолеты. Все-таки деньги позволяют. Ой, пистолеты и арму. Начинаются наши двери, пытаюсь кого-то поймать, судя по всему, но так и не получилось. Что буду делать? Сплит. Сплит, выход на... Занимаюсь вот позиции для этих на Б. Вот в упоре, на планте. Играют просто на верочку реально, ребята. Движение у Зиги. И вот этот вот игрок, вот он будет сейчас замыкать все это дело. Не знаю, если Хьюджин раньше времени не сорвется. Франка. Ну, нужно отходить уже, ребята, все. Ну, флешка просто не залетела, на самом деле. И по голове Франка тоже не попал. На такой дистанции, конечно, не самый лучший вариант был драться. Ну да, хэй-хэй сыграл раз запирающего. Должна быть инфа, потому что их ТТ. По-моему, мы даже видели. Ну и что? Ралик попробует выбить максимум девайсов? Ну да, попытался, конечно же, но LK4... ЛК-4, будем его так называть. Ладно, завершает этот раунд. 2-0 в пользу атаки. Что будет на этот раз? В принципе, защита еще будет играть эко, скорее всего, да. Воли там не будет. Вышивают, опять каждый раунд они это делают. Интересно, будет ли потом АВП. Возможно, Матрикс дропнет свой Галил. И там нарисуется АВП, это уже будет поинтереснее на самом деле, чем такие вот прострелы с АКМа на... по деньгам, по которым сегодня очень хорошо. И опять, видите, о чем я и говорил, то есть ребята отпускают просто Зигу, а дают играть мидл, и... мидл играет! Как бы ему ничто не мешает вот это сделать, и спокойный выход на плент, спокойный выход стрел как бы противника. То есть я вот, честно говоря, до сих пор не понимаю попытки, видимо, просто, наверное, угадать выход на дуэл. Потому что потом выбивать, конечно, плент с пистолетами на такой дистанции, это знает самоубийство, как бы. С
ситуация, в принципе, нормальная. 4 в 4, но нет девайсов, нет армы. Да и с инфо это проблемы тоже. Сейчас если получится забрить. Нет, 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 нет. Да. Одного игрока оставляют красный. Другой выходит в ТТ в куст и дублаты. Один против четверых, против троих, одного красного. Но время уже тикает, мы хей-хей просто нашивает, можно сказать, с зажимом. Конечно, какой зажим с пистолета, конечно, это не ТЗ. И вот, да, появляется АВП. Burn with me решает взять данный девайс, с которым он неплохо так настреливал на вармапе. Давайте посмотрим, что у него получится в лайве. Потому что АВП у защиты я тоже наблюдаю, как она будет играть, пока мне непонятно. А, ну, судя по всему, она будет играть просто на гусе где-нибудь или на планте. Потому что та же самая ситуация, никакого движения медля нет. Ребята пропрыгали просто на Б и занимают опять-таки его достаточно близко. Здесь бега, прострелы мидла. И вот опять, который раунд я смотрю, а, ну да, вот АВП играет на дуэли, его флешат, и вот сейчас может быть очень опасный выход, потому что нет инфы того, что там есть АВП. АВП стоит на позиции, возможно, с которой возможно сделать первый выстрел, если его не зафлешить и не отпушить, то, а, ну вот, начекали. Отличный чек от Хэйхэя. Теперь у команды должна быть инфа о том, что там есть АВП, и, скорее всего, Дэл играть не будут. Ну вот мне опять непонятно, Зига просто открытая. Вот есть один человек, который смотрит с плента, есть человек, играющий в КТ, но сам мидл, вот, никакого прессинга не создается. Такие вещи делать как бы нельзя. Иначе атака чувствует себя очень комфортно, и начинается вот всегда вот вроде такого. Когда команда просто вываливается, ей пытается, конечно, саппортить, но если все-таки ребята стреляют лучше, то ничего уже не получится никак просто портить. Продавливается просто плен в два человека, и сейчас будет становиться, скорее всего, пачка. Тем временем 2 в 4 у нас на карте, и что, это будет выбивание или это будет сейф? Я не знаю, вот я смотрю на них, я не понимаю, что это будет, за что тут Райли у нас к Титанику подходит, а ты простоит у банки. Ну, судя по всему, это все-таки будет сейф. Решают не рисковать и не лезть 2 в 4. В принципе, правильно, на самом деле, решение, потому что, ну, как бы инфы нет. Плент стоит, игроков больше. Так, главное просто не сделать какую-нибудь глупую маленькую ошибку, которая в дальнейшем просто к краху может привести. Потому что за атаку, все-таки, я считаю, на ДДВ попроще, чем за защиту. Если на защите вы сейчас не наберете на количество раундов, то потом вы будете очень сильно страдать. И сами себе потом будете ругать то, что вот надо было вот в защите понапрячься, попотеть, и было бы попроще. Но 4-0, судя по всему. Такой тайминг сейчас просто был. Повезло. Ну, от одного девайса, мне кажется, можно сейчас будет сыграть, в принципе. А, решили взять все-таки волевой закуп. Ну, не скажу, что это правильное решение, наверное. Ну, давайте посмотрим. Опять АВП в медле, и что это у нас будет? Прострел, но не попадает. Два игрока защиты спокойно прошли на точку Б. А, вот он экшен. Наконец-то начали удерживать Зигу хоть как-то. Сейчас можно, в принципе, даже под флеш выйти и зачекать девятку и пальму. Если, конечно, дадут. Но должны понимать то, что ребята стоят уже близко. Тем более после вот такой вот хаешки. Ну, пока у нас небольшой затишье. Что у нас по счету? Тепро у нас 3-4. Хьюджин 3-3. Златый 1-4. Франко 1-4. Райли 1-3. Ну, как-то пока не летит. Тем временем у противоположной команды отключился у нас Матрикс 6-1, LK4, 3-1, Хэйхэй 5-2, Дэжэфми 1-2 и 28 у нас 3-3. Ну, несколько, можно сказать, аккуратненькая, красивенькая стата, никто пока особо сильно не проседает. Ну, разве что Burn With Me, но ему как бы даже пострелять особо так и пока не дают. А ВВП пока не реализовывается просто никак. Сплит выход на Б и поздно. Должны были понимать, ну где инфа, вот я сейчас не понял. Выходит человек просто с окна, убивает спокойно машину, а парень, стоящий на теннисе, его, конечно же, убивают. Очень легкий раунд, просто-напросто отдается команде L4, LK, по-моему, VU, да. L4 это было на прошлом стриме такая команда. На прошлом капе, точнее. Ну, как-то пока вообще я вот не вижу то, что игра идет у команды Инба-Арены. Какая-то, ну, абсолютная неслаженность, какой-то просто, по-моему, микс бегает. Это тоже вот тактический ход.
Вот, вот видите, вот что начинается. Вот мидл не держится, и все. Человек спокойно выходит, спокойно себя там чувствует, не ожидает никакой агрессии ни отсюда, ни отсюда. И вот хождение вот тут вот просто-напросто ничему хорошему обычно не приводит. Можно контролировать основную часть карты и по инфе собирать, скажем так, уже противника. Играть так, как тебе нравится, навязывать свою игру. Должны уже слышать Burn With Me на самом деле. Можно даже попробовать под флешку, в принципе, выйти, его забрать. Если, конечно, пойдет такая инфа сейчас. Ну вот, чекает. Дефолтный спот. Ну и реакция, конечно, Ралли подвела. Надо забирать еще и Франка. Но... Златый, ты что? Такое нужно забирать. Да. Тоже как-то неинтересно. Но плент выбили, плент на четверке. И это хорошо, тем более один игрок атаки уже красный. Этот раунд нужно брать. Окей. Понял. Хотел отличный был просто минус на самом деле. Я даже не понял, что теперь сделали. Но ЛК-4 с треем просто втопил Фьюджина и 6-0. А этот раунд был очень важным. Его нужно было брать. С деньгами это вообще беда. И как-то особо так не разгуляешься на 3700. Есть респа, в принципе, под Б, почему бы не сыграть? Ну нет. Теперь играйте дефолт. Причем как бы все так не напрягаются, не стало опять-таки. Не вижу ничего абсолютно интересного. То есть все, что вот. Две микс-команды просто играют. Никаких наработок, никаких там, страт, смоков, флешек за 600 там, да? Ничего такого нет. Ну вот сейчас Тепра может сыграть. Ну, да, отлично. Пошла им побольше Тепра в нижнюю. Нужно убивать его. Ну, спрей, конечно, будет добрый. И опять вот спускается Зига и все. Атака выходит, атака убивает. Ничего с ней сделать нельзя. На самом деле отличный ход, вот просто отстрелил, ну, отлично вышел с прейаймом и забрал золотого. 2 в 4. В принципе, деньги будут на следующий раунд. Можно попробовать либо свернуть девайс, либо выбить. Если, конечно, вы сейванули, то уже какое-то выбивание это. Ждем окончания этого раунда, потому что защита все-таки будет сейвить. Пока как-то вообще меня это не радует. Какая-то скучная. И никого опять нет в чате на имба-арене. Я уже говорил, что чат на Твиче, на кибергейме я во время игры мониторить не буду. К всему прочему, игра несколько, скажем так, скучная. И ждали мы ее долго. 7-0. Ну, в принципе, есть еще возможность вывести это как-то на более-менее приятный счет для защиты. Но вот... Если этот раунд опять сейчас будет не браться, то все. Тут уже будет гораздо сложнее потом играть. Ну что, Хьюджин, давай посмотрим, будешь давать мидл выстрел? Там есть АВП, ты должен потом знать. Сейчас неплохо было, так попали. Ну все уже. Момент закончился. Burn with me пришивает Хьюджина. Вот. Появляется прессинг на миде, и уже команда атаки начинает медленнее, аккуратнее выходить. Зная о том, что на грибах есть АВП, нельзя просто взять и занять мидл. Но вот, как бы, всем пофигу, они все равно занимают, потому что понимают то, что, скорее всего, там он нашитый уже, и его можно спокойно убивать. Должна быть инфа уже от Хьюжина, потому что проходит много зиг. Почему ребята еще стоят здесь? Пошла раскидка, ну что, Хьюджин, ну что ж ты. Ладно, второй ЛП с Златы. Минусует Хэй-Хэя, разменивает своего тиммейта. Ну вот на такой дистанции уже будет тяжелее, конечно, стрелять с ЛП, но потом попадает. И ситуация 3 в 3. Ну есть инфа, то что все стоят на... Так, и что это? Так, то есть сейчас мне скажут, что там сейчас еще и сервер упал. Так.
понятно. Все, что мы будем делать, только принести свои изменения за такие технические неполадки. А, на сервере поставили паузу. Подождите-ка. А, ну вот да. Опять-таки, особенность GoTV. То есть, на GoTV стоит задержка из-за того, то, что ребята поставили паузу в этой и так уже достаточно долгой и продолжительной игре. Она сработала у нас вот сейчас, то есть посередине раунда. Хотя паузу поставили, судя по всему, где-то ближе к началу раунда следующего. Ну, пока на сервере пауза, я посмотрю, что у нас творится в чатике. Ну да, в чатике ничего интересного. Флейм, 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 флейм. Так, что там на Твиче лагает, лагает. Ну, что касается лагов, у меня в ОБС-ке нет вообще потери кадров. То есть могу даже скриншот, в принципе, выложить. Это значит то, что у вас какие-то проблемы с вашим соединением, и... Ага, вот как раз таки пошла игра. И поэтому лучше всего пофиксите это как-нибудь сами. Или перейдите на Кибергейм ТВ, там лагов нет вообще. И быть, в принципе, не должно. Еще раз говорю то, что сегодня я все заранее тестил, и все вполне себе было смотрибельно, без фризов. Без лагов, без просидок по FPS и всего остального. Именно поэтому, собственно, я не давал ссылку на свой Twitch канал, а только на Кибергейм. Работает там все-таки поплавнее пока. Почему? Ну, хотя бы потому, что серверы у них стоят поближе к нам. Ну что, это опять? А, ну нет, вот раз мидл укреплен. Но Хэй-Хэй этого не замечает. Выход. Посол. Его прочитали. Ну и забирает сердца уже тепро разменивает златого. Но все равно это выход в Б, 3 в 2. Есть девайсы, и надо раунд брать. Надо раунд брать. Брон Вестин дефолт на практически позиции убивает Франка, и Райли закрывается 28-м. 8-1. Хотя бы 5 еще раундов, хотя бы еще 5 раундов, и уже можно будет рассчитывать на хороший КС. А пока все в одни ворота, ну, можно даже вот статистика об этом же и говорить, собственно. Опять нашивают книгу. О, первые интересные шаги, аркада нижней тэшки. К чему она хоть приведет? Да, в принципе, ни к чему, на самом деле, потому что сейчас выход будет... А, нет, 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 я вот такого не ожидали. Поляют красным, и просто команда разменивает. Ну вот, видно, что была какая-то инфа, или просто ребята вышли банально на звук, но до этого, конечно, действия команды имбарина меня смущали. Я бы сказал, ввергали какой-то когнитивный диссонанс совершенно. Так что в этих действиях я пока вообще не мог увидеть. 9-1. Вот именно сейчас, мне кажется, уже стоит начинать потеть команде Импо-Арена, если они хотят эту игру выигрывать. АВП, Хьюджин. Будет выстрел в мидл, не будет. Зачекал, никого. Вот, вот это сейчас был тайминг. Вот это сейчас просто повезло. Что у нас в мидле? Начекал. Обе команды теперь знают, что есть АВП. И вот, как только появляется АВП, только появится на нем инфа, Мосхюджин отходит. Ему нужно было дальше оставаться и напрягать своим присутствием вот этот вот весь этот отрезок. Может, сейчас более чем уверен, то сейчас просто-напросто будет вот такой вот выход вот сюда. Вот эти вот, вот так вот, вот так вот. И Хэй-Хэй просто будет запирающим вот здесь. КТ будет, скорее всего, даваться смог. Хотя, в принципе, возможно, и какой-нибудь сплит выход.
потому что инфы пока никакой нет, более точной, потому что можно было что-то интересное. Но нет, как вот кажется, как я предполагал, так и будет разыгрываться. По крайней мере, пока это выглядит именно так. Вот, на самом деле, ЛК-4 сделал большую ошибку, если будет открываться с планетом в руках, направление атаки уже можно будет угадать, и в дальнейшем стяжка, и все. Ну вот, смотрим. Выход. Да, все, пошла инфа просто планета. Должна быть планетарная стяжка. Но выбивают, выбивают, наконец-то. Вот это сейчас было похоже на выбивание просто, и на какой-то тимплей. Но вот как длину можно было отпустить? Есть же инфа о том, кто как стоит. Почему длину не смотрели, мне непонятно. 2 в 2, и ситуация уже начинает пахнуть керосином. Потому что вот этот вот девайс ни на что не способен, в принципе. Будет сейчас еще одно АВП. Но как вы будете выбивать человека из плента в закрытой поезде с АВП? Ну никак, в принципе. Вот. Ну инфа есть уже, то, что близко. Должен просто убиваться Зига. И парень, играющий ями, должен... А, вот Фьюжн, отличный минус, можно сказать, ключевой. Да, это вот, вот это вот уже похоже, опять-таки, на тимплей. И что, времени хватит, нет? Да. Поздравляем, защиту со вторым взятым раундом в этой игре. И вот начали включаться игроки в игру, и уже более интересно это смотреть. Отлично сыграли, хоть была инфа о том, то, что есть на просвете у атаки. Точнее, у атаки была инфа о том, то, что игрок защиты находился на просвете, но отлично сыграл Хьюжин, дал отличный минус в мидл, точнее, в яму, и, собственно, он сделал всю игру. Уже без хлопы было гораздо сложнее действовать. Можно было себе позволить. Ну, конечно, не такие вещи, которые позволят сейчас Франко, но что-то около того. И вот опять вот АВП стоит. Ну должно оно напрягать. Да, вот Фьюжн, отличное попадание. Еще минус один плент есть. Должна быть инфа о том, что плент лежит в Зиге. И вот он стоит с АВП, да, ему ни хелпы нет, ни с Б. Ни тут никого нет. И вот, ну что это такое, ребята? ВП стоящий один на грибах, он, конечно, в состоянии напрячь, в принципе, и Парыч, он в состоянии напрячь и Пальму, но просто вот выход с респы вот так вот в нижнюю флешку вот через бортик, и все, можно выходить втроем и принимать одного немобильного игрока. Это как бы несложно, и если это прочитать, то так, скорее всего, это будет атака действовать. Опять сейф. Следующий раунд. Опять будет очередной раунд игры от одного девайса. Посмотрим, удастся ли выбить еще один девайс. Ну, честно говоря, мне кажется, что навряд ли, потому что, в принципе, атака сейчас сохранится просто в яме, да и все. Ну да, дальше все-таки решили пройти, но все равно же они успевают по таймингу. Пока как-то это все вот даже качели не напоминает. Вот 2-10 и последние 3 раунда, которые нужно закрывать в защите, просто кровь из носу. Вот тут, конечно, мы разминулись. Должна быть инфа по нижней. Да, инфа есть. Но Фьюжн отличный хэдшот, просто надо заставить этот парень. Здесь даже шансы, в принципе, этот раунд потащить. Потому что все-таки вот плент стоит вообще на нуле, валяется. Авик на быстро, и, конечно же, вот один игрок только пока находится у нас в тэшке. Если его зачекать, то его можно будет легко убить. Но куда? Ну что это, ребята? Ну почему по одному-то выходите? Он, конечно, не зачекает тэпро в позиции на хаймере, но несколько не... Ну как, дефолтная, но редко играют. Но все равно, как бы, такой глупый ошибку себе хотят делать. Это вот зря, очень зря, тем более в таком важном раунде. Ну, стяжку было слышно с мида, и о чем я говорил, мид никто не смотрит, ребята уходят на А. И очередное сейчас будет очень-очень сложное выбивание для защиты. Причем, если они даже сейчас не поймут то, что как бы их будут уже ждать даже вот с парочкой непосредственно, не будут это чекать, это закончится очень-очень быстро. Такое ощущение, что они вообще играют без звука. Ну, дефолтный спот. Вот это сейчас было отличный прет. Просто в дефолтную позицию дают хэй-хэй в голову, но раунд все равно заканчивается победой атаки.
Ну вот уже как-то начинается более приятно смотреть за такими вещами, но пока все равно несколько скучно. Ничего экстраординарного и интересного я пока еще не увидел. АВП в мидл. Эх, Хьюшин забрал, но не того. Бывают такие моменты. Буквально синхронный размен одного игрока команды на другого, но АВП в принципе еще есть и у той, и у другой команды. Я пришел все равно девайс тиммейту. Но Burn With Me так и не погиб в своей схватке. Ладно, что у нас по карте смотрим? Райли, упор мидла. Судя по всему, будет выход в мидл контролировать Златая. Вот моя любимая позиция для приема Зиги. Тем временем Франко. Ну вот, ну какая аркада? Времени еще минута. Златая спреем все-таки хэй-хэй казнит. Матрикс пытается начекать Тепра в смок, но никого там не замечает. Тепра должен давать инфу о том, что пошла Зига. Но Матрикс делает отличное действие, на самом деле он разводит игрока защиту, на то, чтобы он вышел, давая инфу как бы о том, что якобы он ушел. Но Златый в спину тоже не сыграл. Райли, одна в двух. Да-да, именно одна. А вот это уже сейчас было интересно. Хотя, с другой стороны, в принципе, это несколько дефолтное ожидание противника именно там, но как-то уж слишком резко человек встал и начал зумиться. Ладно, спишем на опыт. Тем более там был shift. Last round, что у нас будет? Во-первых, пистолеты. Ну вот, должен давать инфу, должен, только никого нет уже. Потому что я максимум либо Б, либо ДЛ, все. Почему люди стоят вот здесь, вот? Все равно флешек, конечно. Есть, но вот Хьюджин, отличная игра. Вот, можно сказать, на морали вышел, убил просто. И остался... Ой, какая флешка. Надо убивать АВП, просто убивать АВП. Да, все, выбивается план, сейчас берется АВП. И последний раунд... копилку защиты. 3-12. Вкратце по игре. Мы наблюдали несколько стандартную, я бы сказал, игру двух миксов. Ничего особо интересного, но тем не менее несколько хороших моментов было. Отмечу то, что отлично стреляет сегодня с АВП у нас Burn With Me. Матрикс показывает неплохое чтение игры, а команды Имба Арены пока меня не радует вообще ничем. Было несколько хороших раундов с тимплеем. Сейчас мы неплохо сыграли Тепра в паре со Златом, с двумя АВП при выбивании плента, но на этом пока все заканчивается. Ладно, следующий раунд, пистолетка, и что у нас, что у нас, что у нас? У нас выход мидл, судя по всему, или Зига, или сплит Б. Скорее всего, даже последний вариант, но посмотрим, как это будет развиваться в будущем. Вот видите, команда защиты моментально стягивается на мидл при любом агрессии, при любой агрессии, тем самым не давая команде атаки играть, навязывать свою игру, свой стиль игры. Это вот именно то, что нужно делать. А получается так, то, что вот сейчас будет выход, этот парень просто зачекает вот это вот все, он даже не будет стреляться, он просто даст инфу и отойдет. В принципе, все, что ему нужно сейчас сделать. И Матрикс тоже, типа говоря, играет вот на Дэнси, и играет он там закрыто. Вот, вышел, пошел первый хедшот, ЛК-4 open в этой игре. Выбивается Матрикс, но команда атаки все-таки заходит на плент. И сейчас должен будет уже устанавливаться сам по себе плент. 3 в 4, пошел плент, есть инфа то, что парень на Дэнсе. Видно было, куда флешка вылетала. Вот, человек просто стоит на описи принимает. Франко минусует тэшку и 3 в 3. Выход, синхронный выход показывают ребята с команды WU. На чеке вот этого ребят парня на Дэнсе, вообще не парня, а Райли. Девушку на Дэнсе и раунд в команду отправляется в копилку команды защиты. Отличная, грамотная игра в данном случае для команды WU. Не к чему было придраться, вышли синхронно, дали флешки. Видно, что инфа проходит практически моментально. Чего, конечно же, хотелось бы видеть у команды Имба Арены. Но такого пока там не было. Ладно, следующий раунд, что у нас будет? P250 и что, фаст выход ДЛ? Серьезно?
Нет, решили Дэл не выходить. Вот, опять, человек мне говорит, человек стоит в меде, дает инфу, напрягает команду атаки, и атака уже более скованная. Но ничего сделать, в принципе, не может. Тем временем Мандрикс минусует наглый выход батла на Б, и Бернис Ми, что будет? Да, и просто-напросто минус 3. Три отличных головошота ставит Burn With Me, и одного из ребят забирает Хей-Хей с Фамаса. 14-3. Когда, если не сейчас? Когда, если не сейчас? Я все еще надеюсь на камбэк, но что-то мне подсказывает, конечно, что этого не будет. Ну ладно, посмотрим, как будут развиваться события. Тем временем это похоже на быстрый выход Б, но как бы это все вот не аукнулось. Вот, выход опять в Б, в смоук. Ну, глупые ошибки, но все равно удается продавить плент. И можно попробовать побороться уже за несколько раундов дополнительных. 5-3, такое отдавать нельзя. Да, в принципе, команда защиты не особо так не торопится. Подсадились и ждут выхода просто-напросто на ДЛ. Сейв в исполнении команды WU. Три 14. Страсти накаляются. Я вот пока даже не уловил, как там играет защита. Видел то, что они отлично стягиваются в мидл при возможной агрессии там. Но тем не менее, как она занимается, сейчас мы посмотрим. Ну да, достаточно дефолтная ситуация. Вот дефолтная. Burn With Me, по-моему, АФК. Какие-то проблемы были с провайдером. Ко времени Тетера минусует 28-го на ДЛ. Попытки занять яму. Отдымляется Зига и должна быть тяжка сейчас уже в сторону А. Это уже становится очевидным, потому что выход будет на... Фанка должен просто считать количество людей, проходящих в миде, и контролировать эту ситуацию. Да, есть минус, и все. Нужно понимать то, что все остальные стоят на планте. Я вообще бы развернулся, вышел бы на Б на самом деле. Ставится плент, Тетра. Тетра, ну то что. Хей-хей, дает два минуса, и эта ситуация уже 3 в 1. Это, видимо, будет сейф. Если, конечно, дадут сейвану. Засейвить не дали. 5-14. И раунд на паузе. Так, ну пока пауза, я посмотрю, что у нас там в чатике. А опять ничего. Три человека до сих пор сидят в чате Steam группы Имба Арены. Я сейчас зову всех, а никого здесь нет. Потому что чат читаю я только там. И время от времени, когда, допустим, матч на паузе, буду сворачиваться куда-нибудь еще. Так, что у нас здесь по чату вообще? Ну, однако, ничего нового. Ну, ладно, смотрим. Сервер пока на паузе. Проблемы, видимо, у кого-то с коннектом. Я на днях порадовал такое видео, ну, на днях несколько, по-моему, недели что ли назад была, когда тоже стояла пауза, и ребята из СК, что ли, по-моему, строили хэдбэнг под какую-то композицию из рамов. Ну ладно, пауза отжимается, и что это у нас будет, или еще не отжимается? А, нет, еще не ready. Ну вот команда защиты как-то вот сейчас решает, по-моему, взять волю. Если сейчас воля сыграет, это будет очень большая минус мораль к атаке. Команде атаки. Ну так команда готова. Почему все еще пауза? Поджимайте. С
судя по респауну, вообще можно сейчас играть, наверное, вот так вот, даже вот на чек просто. Тут какой-нибудь сплит или какой-нибудь фаст дейл, все-таки там должно быть чек, это должно быть, должно читаться. Хьюджин, выход в быструю, и что это будет? А это будет смоук от защиты, по-моему, да? Да. Сейчас должны просто угадывать, куда они пошли толпой. Ну, это становится очевидным, то, что там экран, то, что где-то они задали масс, но где, пока нужно угадать. И вот сейчас, в принципе, если Хьюджин откроется правильно, то он это у них удаст. Франко. Это лучшая хае, которую я видел, наверное. Хотя нет. Лучшая хае была та, когда у нас Свэг дал ее на Инферно и сам взорвался, оставшись 1-2 против 2 КТ. Методично отстреливают игроки защиты. Как-то у них не зашло с планом засесть в 4 человека на А. И их выбивают. Вот опять тоже вот, ну, не досиделись, не подождали и все. По одному вышли и шли. Фьюжн, точка в этом раунде. За ним. Так, ну что, бай-раунд. Первый бай-раунд. В этой стороне, так, с мини-сторон. В этой половине. Посмотрим, чем он закончится. Что у нас с АВП будет и где. Да, АВП будет в миде, и будет он стоять зигу смотреть. Вот то, что не делала атака, точнее, команда имбарены при игре за защиту, это вот то, что сейчас делает Burn With Me. Он контролирует мидл. Причем делает он это очень-очень грамотно. Хотя, опять-таки, если во время на хлопу ему не выйти, человек, играющий в нижней тэшке, может просто вот так вот выйти, даже вот без флешки, и убить его, потому что зум стоит чуть повыше, он банально человека просто не увидит. ЛК-4 я должен просто делать сразу же первый фраг в этой позиции, сыграть неждан. Тем более его там еще не чекали в этой позиции. Защита играет отлично, просто методично расселись и ждут, никуда не торопятся. Хотя АВП отошло все-таки с мидла, и вот эти ребята сейчас могут об этом сказать. Матрикс. Очень медленный выход, но вот пошел выход, что Хьюджин делает open frag в этом матче, в этой игре, и ну что это, ну как так? Вот английский тряп ралли просто на пустом месте Франка. Тем временем отличный минус, а вот Тепра своя игра. Ну, в принципе, забирает Хэй-Хэя и ждет последнего игрока с Дэла, который играет обычно там. Видимо, ребята уже все-таки присмотрелись к тому, кто где играет. Но нет. Тепра не дождался. Хотя, да, это даже на самом деле плюс. Потому что вот ЛК-4 нашили, правда, я не успел видеть, где его нашили. Этот автодиректор, конечно, порой меня поражает. Возможно, он опять будет играть на той же позиции. Это, возможно, даст ему еще один момент. Точнее, не момент, а возможность дать open frag, очень важный в этой игре. 7-14, это начинает напоминать камбэк, но пока я в этом не уверен, надо посмотреть побольше. Возможно, это ближе к 10 раунду, мы уже будем точно знать, что будет в конце этого матча. Эко-раунд в исполнении команды WA. От одного девайса будут играть, и ЛК-4 решает не занимать, видимо, опять синий неапаца, а принять его в упоре. Не совсем грамотное решение, на мой взгляд. Девайс можно было отправить, допустим, одного на Б. А вот тут можно было, тем более такая маленькая дистанция, оставить парня с пистолетом. Ну, наглый поджим абсолютно, но не знаю, будет аркада, не будет. Вот это вот сейчас было очень-очень глупо. Райли за такую наглость карает ЛК-4. И Франко несет Burn With Me. 28-й. Разменивает тиммейта, все-таки ставит отличную пачку Райли, забирает, видимо, девайс. Тут уже выход в плент, это нужно понимать. Ой-ой-ой-ой-ой! Как же вы чекаете-то, ребят? Четверка просто отстреливается, и вот. Уже 2 в 3. Конечно, есть инфа о том, что два игрока защиты стоят на планете, но вообще по одному типу инфы-то нет. Она бы надо выходить, она бы вышли.
Ну что, будем смотреть за выбиванием. Судя по всему, это будет сейчас все-таки установленный план. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем? Вот вы остались 2 в 3, как бы. У вас поставлен плент, у вас один АВП. Игрок не мобильный, сдвинуться с места фактически он не может. Зачем куда-то лезть, что-то аркадить? Ну, можно, конечно, попробовать выйти, удивить, да? Ну, когда вы, допустим, когда вы ведете 14-7, а не когда команда противника идет с таким счетом. Ну и что, и у команды WU еще аж 8 матч-поинтов, которые они должны сейчас, в принципе, отыграть. Точнее, не они, а команда Имба-Арены. Ну, деньги есть, закуп будет. Простреливает в этот раз у нас аж 2, даже 3 АВП. Ну что это за паблик? Я тебя пока ничего не понимаю, что происходит тут на карте. Вот мидл чистый, хотя вот играл там несколько раз Burn With Me, и все, а так сюда больше уже открыто не выходит. Осторожничает. Зачем взяли 3 АВП, мне до сих пор пока непонятно. Тем более плент вообще на Титанике дропнули. Сейчас вот Златова просто минусуют, да и все. И кто будет плент брать? Время-то не бесконечное. Ой-ой-ой, какой опасный чек. Судя по всему, игрок защиты-то его зачекал, а вот Златы... Фьюжн тем временем минусует. Burn With Me, судя по всему, на планете. Это сейчас была очень опасная и наглая аркада от Матрикса. Да. Тепр за такой тоже, конечно, поплатился. Попал, но не убил. В ковбоя тут играет у нас Злата, ставится плент и 3 в 2. Этот раунд просто нужно брать. Иначе я даже не знаю, как это можно будет прокомментировать. АВП на Дэнсе, Злата играет, убивает мидл, и последний игрок защиты находится у нас в тэшке. Дается смолк, и в принципе можно разве что подождать только аркады и выбить несколько ганов. Ну, защита тоже, точнее, атака не собирается рисковать, и просто ходит в мидл. Причем даже можно, в принципе, зайти вот так вот и устроить нежданчик. Пятнадцать восемь, 7 матч-поинтов еще нужно отыграть в атаке. У защиты пока, в принципе, ну так, трудно это назвать баем. Два девайса, можно, в принципе, было взять еще один. Точнее, дропнуть, но решают не дропать. А, ну вот, воля пошла. По карте что? Ну опять я не вижу никакого здесь какой-то закономерности. Все выходится по дефолту, чекается. Злата пытается слить, судя по всему, грибы. Но никого там не находит. Burn With Me отлично поиграв в первых нескольких раундах на медье, не дает тем самым просто возможность атаки стоять на медье, как это делала команда Burn With Me в прошлой половине. Вот выход в ДЛ у нас, но надо нужно зачитать, понимать то, что тебе выходит в ДЛ. Тем более есть змеи человек, его тоже нужно закрывать. Очень опасная игра от Хьюджина. Должны были на самом деле понимать то, что еще один человек остался на планте. Но закрывают в конце концов. Ну давайте. 2 в 3, 2 в 3, тем более, там, сейф. Как-то растягивается эта игра просто неимоверно долго. Все, что нужно делать в защите, это просто сыграть несколько экономических раундов, взять плотный бай и на этом просто спокойно заканчивать игру. Потому что есть, ну, не то чтобы неприлично, но большое количество матч-поинтов. Если это все идет с овертаймом, то сколько мы ждали эту игру, сколько мы просидели в паузах, это, наверное, будет самая долгая игра, которую я когда-либо стримил.
Потому что задержки, конечно, были вначале очень неприятные. 9.15 тем временем у нас очередной вот недобай в защиты. Как он будет отыгрывать, я даже пока боюсь представить. Фактически это убивает экономику для защиты, но если ребята уверены в своих силах, почему бы не попробовать с другой стороны. Что у нас пока по фрагам? По фрагам Хьюджин 19-16, наконец-то включился в игру. Златый 10-17, Франко 14-19, Тали 13-17 и Тепра 9-9, но перелогинивался. Что-то какие-то проблемы, судя по всему, были. Burn with me 16-14, Hey 21-15, LK4 14-11, 28-17-16 и Matrix 18-17. Тем самым можно сказать, то, что игроки команды WU находятся все в плюсовом соотношении КД, что их, конечно же, наверное, не может не радовать. Burn with me опять вылетает, какие-то проблемы, видимо, с провайдером. А пачка тем самым, тем временем ставится. Франко минус, ну и что? Сейф? Сейф. Там Хэй пытается еще пару девайсов выбить, судя по всему. Он должен рассчитывать на тиммейта, который стоит в нижней, и просто запирать выход Зиги на него. Райли находит с собой пулю. Оу, Франко не справляется со стрельбой. Тем временем 5 матч-поинтов. Можно было поставить и паузу, в принципе. Да, пауза как раз ставится, и мы ожидаем последнего игрока команды WU. 5 матч-поинтов. Это уже вполне себе тащибельная ситуация. Тем более денег у защиты. Ну, они есть, но если раунд будет сейчас сливаться, потом будет тяжелее. Вот у атаки еще денег куча, и как бы они могут вообще не беспокоиться о своей экономической ситуации, как минимум, если, ну, раундов 2-3, тем более, если будет ставиться плент. Мы опять ждем. Кажется, все, что мы сегодня делаем, мы только ждем. Так, пока у нас там пауза, посмотрю-ка пока сетку, что у нас там творится, какие у нас там уже результаты есть, если они есть. Так, да, матч все еще на паузе. Тем временем команда Team 57 обыграла команду Nexta 15-7. Prestige обыграли HFF 16-4. 4 SPB обыграли RS 16-12. Скандал обыграл Gearway 16-1. DTG обыграла AMG Lions 16-11. InVivo обыграла Team 16-4. ELTZ обыграли Invergirific. Что? 16-1, Ай в 16-0 просто в сухую выиграли 3 боу. UXSR обыграли Shard 16-5, Nell обыграл Onta 16-7 и 5 Clones обыграли Unbelievable 16-1. Также Outplayed обыграли Too Hard for You 16-11. Несколько для меня не очевидный результат. Ну ладно. У нас пока все еще пауза, и мы пока еще играем. По-моему, это последний матч первой сетки, который еще не сыгран вот до сих пор. Вот тоже такой забавный факт, который сделан, конечно же, в CS для баланса, который лично меня очень сильно, как перфекциониста, вымораживает. Вот моделька Молотова у защиты, точнее, у атаки, да, это все-таки коктейль Молотова, это бутылка. Почему при попадании в стенку она рикошетит? Почему она не взрывается? Ответ очень простой, потому что это сделано для того, чтобы зажигательные гранаты, которые у защиты, которые рикошетят, они имели такую же, скажем так, возможность попадать, как и молот. Точнее, наоборот, чтобы молот мог попадать так же, как и зажигательная граната рикошетом. То есть, как бы, баланс. Но эта условность, конечно, меня очень сильно... Меня аж трясет, что называется. Надеюсь, один из мейн фрагеров
Burn For Me сейчас зайдет, и мы досмотрим эту игру. Ну да, вот, пишу тоже заходит, зашел. Дается дроп, ну и можно продолжать. Наконец-то, опять-таки. Вот, я сейчас хочу посмотреть вот за этим парнем. Там есть АВП, он с ним сегодня не играл. Мне интересно, где он встанет и как он встанет. Если будет агрессивная игра в медле, то это может сделать раунд опять-таки для защиты. Такой отличный выход просто на эйме. Фьюжн, вот как мог пропустить такой выход, конечно, это очень непонятно, но ладно. Ну, нашивается просто за такую наглую игру ЛК-4 в миде, но, в принципе, его действия были достаточно правильными. За атаку нужно напрягать, иначе атака почувствует свою силу и может сыграть очень-очень рискованно, но верно. Опять-таки, вот у нас что, вот Зига закрыта близко, ДЛ закрыта близко, один игрок у нас играет в миде и... Ребята, ну вы издеваетесь. Я же говорил, пожалуйста, когда вы закончите игру, не выходите сразу с сервера, чтобы мы могли досмотреть полностью игру. Судя по всему, игра закончилась, и как она закончилась, мы даже не увидим. Так как ребята покинули сервер раньше, чем нужно было это сделать, GoToWay перестал записывать, и из-за того, что там стоит задержка в минуту, мы не видим этот раунд. Но, видимо, это был последний раунд, и команда... W победил, а что, с чем ее можно поздравить?